Братцы Бладистанции, сегодня у меня свеженькая эрекция для вас, потому что вышел новый ролик у Артешки, можно сказать, полуюбилейчик, 190 выпуск World of Tanks приколов. Друзья, сегодня мы заценим, что же там Артяха сделал на целых 2 минуты, ну там, как обычно, половина рекламы, которую мы будем перематывать. Ставим по традиции лайкос и берите себе чаёху, берите себе покушать, погнали, посмотрим годноту, потому что, ну, Артяшка делает вещи. 23 февраля. Хочешь получить... Так, подожди, а вот как раз таки и рекламка. А в описании. Годный контент подъехал. Ни хрена! Кибербуллинг тим! Вот это красиво было. Начало неплохое, мне уже нравится. Неплохо. Просто так паренек не стреляет. Если снаряд вылетел, значит он найдет свою жертву. Ауф. Не повлиял. Не осуждаем. Реально и Дарасина. Хорош. Я правильно понимаю, ребят, это же сложный геймплей, да? Абонент временно недоступен. Здорово, для прикола вырубил. Ну, ребят, ну, немножечко просто, понимаете, ну, надо потеть, надо стараться, надо, так сказать, уметь играть, чтобы вот такое вот делать на арте. Ну, это надо много лет учиться, на самом-то деле. Надо кучу гайдов смотреть. Надо как 40 тонн на скакалке прыгать по 1000 раз в минуту. Игра ты охреневшая, слушай, все снаряды высрала, еще и поехал таранить Мауса, серьезно? Охренеть, так смотри. Все-таки добрал бы. Нет. Во. Ну это классика. С огня. Не понял. Бля, понимаю. Не влияю, тим. Я бы уже, наверное, сгорел просто в хламище. Я бы быстрее того марсохода на Марс бы добрался. О, божди. Ух, бля, ты видал, какая это была жесткая вертуха, братан? Там сведение было просто 0,1. Вот это я понимаю, развлекается, братишка, получает удовольствие, так сказать. Не то, что ты заходишь, да, и сосируешь от коричневых. Бля. Я смотрю, в последнее время чисто актуалочка, да, вот эти звуки использовать, если вы понимаете, о чем я. Ну какая игра, такие звуки, в принципе, согласен. Alt плюс F4. Серьезно? Слушай, это уже какой-то новый уровень. Раньше было там 1000 голды даю, если кто утонет, да, я там, я зев там и еще чего-то. Бля, ну... Альтов 4 это. Переключил радио, проверяю. Ублюдок, мать, а ну иди сюда, говно собачье, а ко мне. Бля, это мем. Бан! Неплохо.
нерфит. Наша игра World of Tanks. Это наша игра. Чего, кого он там ищет? Что за прикол? А кого он там ищет? Почему в ушах команды не отображается Т-92 как живой? Что это было? Сами пересмотрите, он реально не отображался как живой. Живой, ну как будто не живой, блин. Что ты там делаешь? Чё? Вот эти поджоги через башню, это максимально жопная тема. Я буквально, сколько там, стрим назад, я играл на бабахе 40.05. Я тоже, я дал, короче, на 2000 коню в голову, и на остальное он выгорел. Просто сплюхи 2400. Не, ну, это, конечно, чисто шиза. Через башню поджог. Ляджан псина, да, что творит? Спима! Ёб твою мать, нихера! Еще один? Бля... Кого? В смысле, а как он его зацепил? Чё за прикол? Жёванный рот-то, да как так-то, ёпта? Ни хрена минское казино исполняет. Я вообще, если честно, не понял, как я сгинул. Типа рассинхрон или что это было? С поджогом хорош. Походу, с пробитием, с поджогом, все как надо. Музычка, по-моему, из Киберпанка, нет? Да-да-да, музыка из Киберпанка, дядь, нихера. Блин, кажется, я потёк. Нихера, три бабахи. Музычка из Киберпанка, вообще балдеж. Ля стелит, ля красиво стелит фрайрок, да? Еще один. Просто три бабахи, иди сюда, просто бум, хэдшот. Ля, как в ряд стоят. Пуговицы в ряд. Тысяча хп у чела. Ну бля, ну тысяча хп, это, типа... Запускай все. Засветился, нет? Давай же, убей меня. Чё? Чё за хрень? А что за прикол, у него снарядов нет? Реально что ли, у Скоропа снаряд закончились? Бля, ну ему надо, я не знаю, ему надо как-то пушку вставлять. Надо было пушку вставлять ему. Бля. Ну это единственный вариант, пуху вставить. Бля, в каком же... В каком же он тильте, бедолага. Бля, чисто бедолага. Ему надо было просто подъехать, поставить пушку в пушку и все, и он бы сам себя уничтожил. Что, простите? Чего? Я понял. Поиграл, проверяй. Вот это я понимаю, ребят. До чего технологии дошли, да? Что ты там делаешь? Да. Мы видели это. Жестко. В воде поджог, ребят. Историчная, да, игра? В целом. Чё? Серьезно?
В халабуду залез. А, так это еще и в рандоме, да? Будет прикольно, если он отсюда стрелять сможет. А, кстати, по... Ну, типа, по идее, он может давать отсюда плюшки, если у него ствол оттуда торчит. Нет, нет. Ля, какой разумист на курве, да? Нихера додумался фугасом его выковырять. Ёб твою мать, насколько же фугасы нимбовые. Просто через стену, да? Хай. Ясненько. Чем это закончится? Они его никогда достать не могут. Ну разве что... А подожди, если по трупу стрелять фугасом, ему чуть-чуть там сплошанет или нет? А там еще и труп, посмотри. Бля. Понимаю. Да, вот захочешь, специально так не сделаешь, да? Ёб твою мать, всем четверым дал. Бля, какая же это замечательная игра. Не, ну такие моменты, да, такие моменты не часто встретишь. По всей команде, ля. Один все-таки додумался. Ну, бля, ну неплохо, неплохо, реально неплохо. Артяшка, так сказать, держит уровень. Неплохо, реально неплохо. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого выпуска. Надеюсь, что вам понравилось, так сказать, свежайшая эрекция для вас. Поэтому надеюсь, что время вы провели с удовольствием. Если это так, прожимайте лайки. Обязательно прожмите царского лайкчинского. И подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, удачи, бай-бай.